Добрый день, дорогие друзья. Вместе с вами сегодня хотел бы порассуждать на такую тему, как услуги. Слово «услуга» означает помощь, доброе дело, оказание содействия, действие в интересах другого человека. Это может быть работой, и это может быть дружеской услугой, а может быть услугой вынужденной. Есть медицинские услуги, строительные, транспортные, гигиенические, косметические, юридические, правовые, жилищно-коммунальные, а также продуктовые и многие, может быть, другие услуги. И услуга, она отличается от помощи и отличается значительно. Помощь – это в основном что-то, за что человек или группа людей не ожидают ответной реакции. То есть это духовные или физические действия, но без ожидания обратного воздаяния или возмещения. И поэтому услуги отличаются от помощи. И я хотел бы просто напомнить нам для рассуждения не превращать помощь в услуги, а услуги в помощь. Порассуждайте вы на эту тему, а желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.